Всем привет, с вами мистер Чизер, вы смотрите мой джесплей канал, и я продолжаю проходить игрушку под названием Valkyria Chronicles 3. 12 глава у нас на повестке дня и секретный разговор. Пока тут все грузится, я, пожалуй, по-быстренькому зайду на Google. Чисто мне сейчас придется очень много переводить его. И Google мне в этом поможет. Так, давненько не виделись, ваше превосходительство. Добро пожаловать, Ислер. Я слышал, что... штурм Фолзена провалился. Да. Так как ваше превосходительство пожелало. Это немножко отсрочит военные планы приблизительно на месяц. Максимилиан ансацкейкакуга йосоу идиори кихизумита. План Максимилиана вышел лучше, чем план убийства Максимилиана вышел даже лучше, чем я это ожидал. Имперская армия запланировала, что войска Джеггера появятся на центральном фронте. Безымянные тоже неплохо так преуспели. И именно из-за этого галлийская армия начала их северную операцию ранее, чем это они ожидали. Грегор достаточно хитер. Галлийская армия, должно быть, уже копает себе могилку. О боже мой! Страйв Пикерин. Сейчас посмотрим, что... Понятно. В общем, в данный момент командование Галлии, штаб-квартире, даже не может ничего сделать толкового. Из-за того, что... как бы они внутри друг с другом спорят и борются. Имперская армия вообще-то тоже безнадежна. Эта война теперь становится немного потертой. Все как вы и планировали. Ах ты боржая сволочь. Где Эдзо Аудиторе? Он тебя покарает. Там запись идет, кстати. Уж меня извините, но я иногда проверяю из-за того, что опасаюсь. Чтоб мне не переигрывать это. Ладно. А это все благодаря тебе и Дахау. Без вас и Дарксанцев мы бы не достигли результатов к сегодняшнему дню. Вы сволочи. Кажется мне, что ты сюда пришел не просто ради информации, не так ли? Да, это верно. Но у меня есть некоторые данные, которые не могут быть рассказаны ни одному имперцу. Это кое-что, что я должен вам сказать лично, ваше превосходительство. И что же это? У галлийцев есть Валькирия. Нани? Чего? Валькирия? Валькирия? Ваше превосходительство, помните ли вы 422-й отряд, который вас сопровождал? Вы говорите об этом отряде. Я помню, что их называли безыменные или как-то так. Да, это верно. Это именно тот отряд. Один член их отряда Риэла Марселис, это 100% Валькирия. Я никогда не думал, что, несмотря на то, что у Максимилиана есть своя Валькирия, может быть еще одна. Если верить отчетам наших солдат, Валькирия находится в Барьерской пустыне. Валькирия, находящаяся в Барьерской пустыне, имела тоже бледно-синее пламя, то есть ярко-голубое пламя, и
уклонялась абсолютно от всех атак. И даже от тяжелого вооружения. Тенни модосе. Уничтожьте ее. Ха? Чего? Варе но тонаэру Валькирия кюсэй сэцу ни аяцра ва фуйоу да. Интересно, как это перевести. Моя теория спасения Валькирии как бы не учитывает их существование. Ну или как-то так. Валькирия ни тен кара орите ва кумару но да йо. Если Валькирии вернутся в этот мир, значит ничего хорошего для нас это не значит. Вы хотите убить ее? Валькирия кюсэй сэцу ни ойте. Так как говорит спаситель Валькирии. Валькирия ва. Валькирии спасли человечество, и человечество вознесло их до статуса богов. Но они ничего более, кроме как оружие уничтожения. Они не божества, это спасет человечество. Я не позволю существовать Валькириям в этом мире, ну или как-то так он сейчас сказал. Валькириям стоит сидеть на своем троне под солнышком, в то время как... Worship... секунду... Возносят? Да, в то время как люди поклоняются им. Короче говоря, их существование означает, что мы не можем достичь наших целей. Экстендинг, секундочку. Которая сейчас, то есть мы не можем достичь своих целей во время войны между Галлией и Империей. Галлия то тейкоку но сенсоу ва кейзокусе неба на. Война между Галлией и Империей должна продолжиться. Хитобито га урока на арасой ни зецбоу си. Я хочу, чтобы человечество выучило один урок. Позволить им сражаться до тех пор, пока... Точка... секунду... Пока точка отчаяния позволит им научиться. Просто позволим выучить то, что... Запомнить то, что они должны полагаться на Валькирий для их спасения. Ха. Так точно. Айсраю. Кокка то... Дицни кударанай моно да. Айсвер. Концепт. В общем, концепт национальности — это бесполезная вещь. Национальность — это источник войны. Это отрезает все пути к миру. Тайрику о хитоцу ни тоицси, хэйва о дицген суру но ва кокка дева най. Ё-моё! Континент. Объединенный континент мира не должен быть достигнут через несколько стран. Но благодаря моим учениям о спасении Валькирии, короли, императоры, люди, они все будут следовать моим урокам. Вот это вот спасение Валькирии. Это единственный путь, которым мы можем достигнуть истинного мира. Ваши планы очень волшебны. Мы не можем колебаться. Даже если наша кровь течет по рекам, наши страны брошены, мы заставим людей покоиться в абсолютном мире, и они примут мои доктрины и будут искать правду. Они будут ненавидеть страны, которые сражаются в войнах, и поймут, что божества... и поймут всю божественность моих учений. Какой же ты... альтруист все-таки, а? Теперь люди всего лишь... Ну, сейчас люди всего лишь крошат друг друга в салат. Получается, если следовать вашим планам, то война не может остановиться.
дух этого человека уже так закрутился, он становится жалким человеком, который пытается продвинуть свою собственную религию. Однако, если Галия выстоит против Империи, мы должны избавиться от него. Использовать его, точнее, не избавиться, извините. Даже если мы проиграем, по крайней мере, я могу гарантировать мою безопасность от него после войны. Какой же ты черствый, Айслер? Тебе надо под трибунал. Иди избавься от этой Валькирии, Айслер. Пожалуйста, не беспокойтесь, мы уже начали нашу операцию. Мы уже нацелились не только на эту Валькирию, но также на уничтожение всех безыменных, как только это возможно. Превосходно. Я прикажу Дахау преследовать и уничтожить эту Валькирию также. Я ожидаю тебя хороших новостей. Я понял. Ничего себе, вот это вот действительно неплохо так сюжет продвинуло. За эти 10 минут. Мы-то куда идем? Так, чего я стою? Значит, за этот ивент. Давайте посмотрим. Сейчас будет очень много чувствую текста, так что, мне кажется, всю серию мы сейчас проведем. В диалогах и монологах. Так, Риэла, кажется, просыпается. Так, как я сюда попала? Риэла, ты наконец проснулась. Курт? Прости, Риэла. Ты не раненая, но также и не больна, поэтому я вообще не знаю, что с тобой делать. Я могу только сидеть и смотреть, как время течет, поэтому... Ужасно, прости меня. Тебе больно? Ты чувствуешь, где-то болит? Нет. Курт, тебе не нужно беспокоиться обо мне. Я себя достаточно комфортно ощущаю. В чем дело? Ты меня не боишься? Даже если я Валькирия? Я на самом деле очень сильно напугана. Я не могу контролировать эту силу. Я боюсь, что однажды я не смогу контролировать эту силу так, что вы, ребята, будете... Вообще-то, мы все живы только благодаря тебе, то, что ты рисковала своей жизнью ради нас. Как мы можем быть напуганы? Ну, кроме Имки, наверное. По правде говоря, я очень был напуган, когда, ну, думал, что ты даже не сможешь ходить. Если бы только был какой-то инцидент. Риэла, что я могу для тебя сделать? Прости, чего хочешь, я постараюсь это сделать. Я просто хочу, чтобы ты побыл немного со мной. Я просто хочу, чтобы ты побыл со мной. И это так... Вот, и все? Я чувствую, что... буду расслаблена, если ты будешь рядом. Со мной будет все в порядке. Со временем. Ну... тогда для меня будет большой честью исполнить твой запрос. Однако, Курт, почему же ты все еще веришь в меня? Риэла... я не верю в ничего, что я не знаю, что я знаю. Baseless. Ё-моё. Риэла, ты знаешь, что я не верю в... как бы... в необоснованные идеи. Не знаю, почему это... это все потому, что ты продолжаешь верить в свой план, поэтому я верю в него тоже. Прости, я не могу объяснить тебе его полностью. Это то, что просто так не объяснишь. А, ну как бы... ничему этому не помочь, или как-то так. Да, ничего не поделаешь с этим. Почему она смеется?
Сейчас такая имка вылетает сюда с ВБПЛ. Уничтожить всех валькирий. Так как долго я спала? Практически 2 дня. Мы думали, как долго ты планируешь отдыхать. Поэтому решили тоже немного отдохнуть. Тогда я послушаю... Что нужно сказать? Что? Я, короче говоря, цветочки тут принёс. Это камомилла. Как говорят люди, запах этих цветов расслабляет дух и... как бы, не знаю, заполняет запахом все тело так, что оно, не знаю, там, лечится, что ли. Или, может быть, я что-то не то услышал. Неважно, где ты это услышал. Мне... Я благодарна за твои мысли. Правда? Со мной обязательно все будет в порядке, поэтому я просто немного отдохну еще. Жди меня, Курт. Да. Так и сделаю. Ах, эти сопливые диалоги. Че, еще больше? Еще больше! Объединенные сердца. Судя по картинкам в левом нижнем углу, Риэлы и Имки сейчас будет веселье. С Риэлой все будет в порядке, по крайней мере. Имка, коко ни итанока. Наконец-то тебя нашел, Имка. Да стой, женщина! Подожди, Имка, почему ты убегаешь от ответов? И от всего? Ты будешь сама разговаривать, или так и продолжишь убегать? Я хочу уяснить это недопонимание. Не потому, что я ее ненавижу. Ну, я ее атаковала не потому, что я ее ненавижу. В основном я это сделала, потому что боюсь ее. Валькирия, ты боишься валькирий? Witch? Ведьма? Ну да. Я знаю, что мой противник это имперская ведьма. Поэтому я всегда думаю о том, как я буду с ней сражаться. Но как только я увидел это голубое пламя и ее глаза, воспоминания моей разрушенной деревни всплыли. И мне очень жаль за мои действия. Имка. Имка. Тринадцатая не сделала ничего плохого. Это моя вина за то, что я была слаба. Ты тоже ничего не сделала неправильного. Это потому, что я боялась самой себя. Имка, вы еще поцелуйтесь. Имка, это все моя вина. Я просто хотела защитить вас всех. Ой, не та кнопка, извините. Мне очень жаль, я обязательно стану сильнее. Я больше не буду бояться. Я тоже хочу стать сильнее, если я напугана. Или даже... Если даже все напуганы. Ну, если я напуган, или все мы... Я не могу проиграть своему страху. Мой истинный противник — это моя собственная слабость. Мне нужно справиться с ней. Имка, мы все еще враги? Нет. Лера, Имка, мы втроем нормально. Наконец, вы поладили. Тебе не нужно беспокоиться о нас. Капитан, галлийская армия приближается. Ваши приказы.
Понятно. Имка, выдвигаемся. Тебе не нужно это говорить. Я тоже пойду. Не беспокойся, мы справимся. Твоему телу нужен отдых. Ладно. Ребята, я буду за вами наблюдать. Черт, не дадут нам тут обменяться любезностями и прочим. Благодарю за ожидание. Как велики галлийские войска. Не так уж и велики, но, по крайней мере, один отряд. Какой план? Я думаю, что отступление будет лучшим вариантом. Нет, нам нужно встретиться с противником лицом к лицу. Я хочу, чтобы Риэла полностью восстановилась. Я поддерживаю Курта. Почему бы нам не дать Риэле немного отдохнуть? Я думаю, мы тоже должны атаковать. Если мы побежим, тогда противник может думать, что мы... Ну, что мы слишком слабы, либо что-то такое, не знаю. Альфонс прав, я согласна. Сражение с галлийской армией не было в моих планах, но я обязательно защищу моих друзей. Они первые на нас начали нападать, поэтому мы должны просто дать им отпор. Приготовиться к выступлению. Солдаты, приготовимся к битве. Ну, сражение с галлийцами, черт тебя дери. В оазисе опять, как я вижу, да? Два пути. Просто послушайте, что я хочу вам сказать. Параллельные миссии. Параллельные миссии появились на карте. Параллельные? Параллельные миссии должны быть все завершены. Прежде чем история продолжится. Получается, нам надо выполнить обе миссии. Захвати вражескую базу, уничтожь сержанта Фенсера. Давай сначала в пустыньку. Ох, далеко, блин. А тут что? Ох! Тут попроще. Ладно, давай в пустыньку. Так, жара, я понял. Надо будет жару убрать. А тут что у нас... Ничего, тут отличные условия, а тут жара. Так, оку позитивный будет против нас. В пустыне рядом с Уэлем мы должны встретиться лицом к лицу с приближающимся галлийским отрядом. Уничтожьте вражеского Фенсера в зоне 5. Риэла должна отдыхать, и поэтому не может быть задеплоена. Погнали! А то слишком много диалогов, надо повоевать тоже. А то такое ощущение, будто в визуальную новеллу играешь. Так, в зоне 2 у нас кто-то есть. Надо ли это нам? Я думаю, не надо. Мы можем с одной позиции напасть. А, секундочку. Хитин юнит. Который убирает жару, по идее. Теперь позишн юнит. Танчик. Так как у нас нет Риэллы, берем Альфонса. И пока хватит. По идее, мы первые нападаем сейчас, да? Сейчас глянем. Ну, по идее, мы должны первые нападать. Враг? Почему? Мы же контратакуем, по идее. Ну что за жесть? Да, жестокая жара тут. Короче, нам сейчас нужна имка из ее способностей. Ох, там танк неплохой, средненький, судя по всему. Еще один средненький. Бронебойный. Ну попробуй. Бля, он еще и попал. Нормально, нормально. Карис, держись. Держись. Все нормально. Слишком много лансеров и танков.
Сюда Риэл... Ой, Риэла, Имка нужна. 100%. Надо убить танк и бункер, как минимум. Плохо. Альфонс дефает. Так, все, противник решил сдать позиции. Как вам сказать? Я не очень удовлетворен этим делом. А что это, жара должна была, ну как бы, спасть, если так можно выразиться. Что за дичь? Так, ты на базе, да? Вот, защищаю ее. Далее, Имка, иди сюда. Деплой. Имка. Open fire. У нас всего 2 СП, но ничего. Справимся. Поехали. А бункер мы вряд ли вот так завалим. Ну, посмотрим. Противников кучу видим. Огонь! Классно, что она навесом стреляет. Мне это очень нравится. Так, что с танком? Из бункера мне очень важно. Бункеру насрать. Я вас понял. Значит, с бункером сейчас разберемся по-другому. Привет, бункер! И пока, бункер! Мы строили тут же укрепление уже всяких, а? Капец. Так, и еще один ход, пожалуйста. Тихо. Не спеши, не торопись. Бум, минус танк. Так, противнику надо стоять лицом. Хорошо. Что-то мне кажется, с хитин юнитом я немного не угадал, да? Так, Клариса, иди сюда. Нам надо убрать недоброжелателей. Здесь достаточно много почему-то. Так, убьешь того? Молодцом. Прикол в том, что у них все лансеры элитные, блин. Нет обычных лансеров, тупо элитные. А того убьешь? Не, вряд ли. Давай лучше этого добьем. Ах ты, скотина! Успел таки. Ну, у нас еще есть 2 командпоинта. Давайте танком погоним. У нас, кстати, достаточно много. А нет, немного. Двигается. Попадем, не попадем? Вряд ли. Надо подъехать еще немного. Вот так можем попасть. Бум! Минус танк. Хорошо. Чтобы мы лицом ловить лансеров, конечно. Хотя бы этого надо добить. Я, дружище, хотя бы надо добить. Отлично. Пропускаем ход. Там Имка захватит базу. И мы пойдем дальше с 4-й позиции уже. Так, немечик. А то надо отсюда выкурить. Имка, думаю, это сделает. А, еще. Ага. Еще один. Ну это у нас со штык-ножом вроде как. Или с подстволом. Кстати, до сих пор еще подствол не проверил я. Надо будет как-то этим заняться. Так, Имка, вперед. А почему ты огнеметом жаришь, если у тебя есть... Ладно, неважно. Просто пошел отсюда. Щенок. Это территория безыменных. Имперские, ой, имперские, блин. Калийские неудачники. Да, это зону 5 идет. Там надо тут пройтись. Ну, тут фенсер элитный есть. И тут у нас тоже жара, судя по всему.
даже не знаю. Эми, давай. Давненько тебя не было. Так, гранатки, то есть минки. Мины лучше всего убираются инженерами. Если меня не изменяет память. Всем. Ну, конечно, ты не добьешь его. Попытаться стоило. Так, ту базу мы тоже так просто не захватим, потому что бункер прямо смотрит мне в лицо. Даже не знаю, кто нам тут нужен. Танк, наверное, нужен по-хорошему. Поэтому убираем его. Ретрит. Тут вызываем. Бункер надо танчить танком. Как бы это глупо не звучало, но так и есть. Кстати, тут он достаточно далеко двигается. Привет, парень. Пока, парень. 5 выстрелов в бункер, да? Ну, давай. Танковать будем, по крайней мере. Эми сейчас пробежится, посмотрит, что у нас там еще есть. Я на твой ХП смотрю. Ага. Тут никого нет. Бункер мы просто так не убьем. Ну, а хотя постреляем. Хоть сколько-то урона нанесем. Кстати, неплохо так. И, судя по всему, бункер надо все-таки уничтожать, потому что он нам мешает. Так, Кариса, давай вперед. Кто-то там еще видишь? Кто там? Танки. И труперы. Куча всяких мудаков. Впритык уже, блин. А, скотина. Так, и Эми у нас захватывает базу, по идее. Добивает сейчас этот бункер. Отлично. Сдетонировал. Так, и забираем базу. Отличненько. Так, тут нам надо кого-то убить, по идее, да? Ты? Сержант Фенсер. Какое же у тебя незатейливое имя? Имка, иди сюда. Потом тобой open fire'ом поработаем, но это потом. Сейчас пока стреляю. Ох, нифига себе, что так много. А, это оккупозитивный, точно. Ну, естественно, снесем себе укрытие. Нафиг оно нам надо? Ну что, позитивный, давай посмотрим, насколько ты позитивен. Сейчас open fire... Не, open fire не нужен, надо сзади заходить. Нам не нужен open fire. Нам главное в пятой зоне сохранить наш лагерь. И этого позитивного убить. Главное, чтобы он нас не вынес. И чтобы какой-то тут разведчик не залетел и не захватил базу. Это самое важное. Люди бегут к нашей базе, негодяи. Так, там они не пройдут, надо только по этому спуску двигаться. Так что все нормально. А, он сам к нам идет. Ну вот этого позитивного я бы убил. Нам его надо убить. 1000 здоровья у него. Даже может свой танк вызовем. Типа, давай сражаться, давай, давай драться, давай. Танк на танк. Молодцом, Альфонс. Обменивайтесь пузожатиями по земле, либо как это назвать. Просто уположался, да, кто сколько... Кто больше отожмется. Противник все еще то что-то делает. А, ну да, конечно, надо же посмотреть по моему танку, который сейчас 100% переместится в другую позицию. Лансер, эти фенсеры. Элитные. У них все элитные войска. Я не понимаю, почему они империи проигрывают вообще. Это ж нелогично. Абсолютно нелогично. Кстати, еще урон танку наносит, хочу заметить. От негодяй. От пошел базу брать. Логично. Хотя вроде он не должен достать. Или достанет. Вы только на него посмотрите. Дошел. Толку ему от этой базы. Нам главное базу в пятой зоне защитить. Тут нам как-то пофиг.
Металл неплохо было бы починить. Особенно сейчас. Когда мы пойдем сражаться с вот этим вот чуваком. Сержантом, и как его там? Второго звали. Окупозитивный. Сейчас мы сначала справимся с этим парнем. Так, тебя так добьем, потому что ты тут стоишь без хп практически. Так, уходим. Идем сюда. Бацаем open fire. Погнали. Ну что, посмотрим, как вы выстоите против open fire. Вот еще там, видишь? Троих, давай. Чтоб тому шок-трупперу жизнь малиной не казалась. Полицию ему дадим. Неплохо сержанту дали. На пол хп. Но его убивать рано. Я бы позитивного сначала добил бы. А, для этого нам пригодится танк. Куда его кинет, кстати? Имку вы отодвинули, я понял. Ну, а танчиком... Блин, вот и как тут пройти? Я тяжелый танк. А, скотина! Три выстрела, да? Давай. Раз. Просто... Ай, патронов нет. Какой-нибудь пальнем там, не знаю, туда. Просто так. Патронов нет, я совсем забыл про них. Так, надо за этот ход все сделать еще. Поэтому есть приказы. Да почему у меня нет приказов? Или Курт должен быть задеплоен? Иди сюда. Просто иди сюда. Попробуй в танк пострелять. Понятно. А в чувака? Понятно. Ну, что-то мне кажется, что Курт должен быть на поле сражений, чтобы отдавать приказы, да? Да. Ресаплай. Этой барышне, пожалуйста. Отлично. И этим ходом мы, к сожалению, ничего не сделаем. Ибо я хочу танк сначала добить. А, не едет дальше. Да, и за этот ход я вряд ли даже танк завалю. 10 хп! А! Подгорает-то как? Ладно, справимся. Главное, чтобы главную базу нашу не захватили. Это будет эпичный фейл. 4 хода, думаю, хотя бы ранг А нам дадут. Да-да-да, пытайся еще в землю стрелять. У тебя неплохо получается. Так, ну танк будет делать логичные вещи. Пытаться завалить наш танк. Не почувствовал. А вот тебе, чувак, будет больно на пол хп. Твари, но не добежал. Слава богу. Сейчас второй добежит. Тварь! Не люблю, как, когда вы это делаете. Раздражает, понимаете? Раздражает. Сейчас надо тратить ход, забирать базу обратно. Хотя, мне кажется, сейчас я все сделаю так. Мне тут осталось танк завалить и того пацана. И все. Даже можно базу не брать. Так, сначала я хотел бы, да, Карис, Кларисой немножко качаться. Ей нужен кач. Поэтому давайте ее качать, соответственно. Так, чистое сердечко, давай.
Попробуй попасть. Молодцом, прям в затылок. Далее перемещаемся в пятую позицию. И добиваем танк врага. Бля, вот скотина, за тебя я не могу двигаться. Пока. Позитивный. Наконец-то я могу проехать дальше, правда в этом мне нет никакого смысла. Потому что Курт сейчас завершит начатое. Да скотина отхилялась. Да сколько можно это делать-то, а? Как же вы бесите этим. Сейчас он будет все, всегда уклоняться, чувствую. Но нет, в этот раз ему не повезло. Скотина. Готово! Выносите этих покойников! Они больше не смогут служить галлийской армии. Победа! Даже S дали! Клариса чутка, Эми и Альфонс подкачались. Фу. Эти, блин, наши же войска потнее, чем... Имперцы, что за дичь? Давай на базу. Надо немножечко подкачаться, да и купить всякой новой гадости, которая нам не нужна. Хотя хрен его знает. Сейчас глянем, что мы там залутали с того пацана. Точность и уклонение. Отличненько. Глянем, что мы с того парня взяли. Ну, для танка что-то. Секунду. Залутанная универсальная турель. Вот это, по идее, мы залутали, да? C66. 290. И 21. Да, эта турель лучше, потому что у нее мортирная... Мортирные заряды покруче, бронебойные заряды покруче. А вот ну, пулемет как-то так слабенький, конечно. Но я им не пользуюсь. 31, 21, а тут 271, 290, 259, 266. Да, эта пушка получше. Еще тут огнеметики. Вообще, что? Вот что это такое, блин? Что за хрень? Я понимаю, вот это, вот это, да, это пушка. Ну, хоть выглядит как пушка. Универсально вообще офигенно выглядит. Вот это вот, особенно. Похоже на чем-то на Эдельвейс, танк с первой Valkyria Chronicles. Черт возьми, как я узнал, как его... Вспомнил, как его зовут. А, это к холоду, блин. Она что-то купить, что против жары. Утилити. Что у нас, ничего против жары нет? Рюкзачки тоже неплохая штука. Ой, стоп. Одного может транспортировать. Да, в принципе, это особо не надо. БМПшка только классная в транспортировке войска. Так, особо нет в этом смысла. Что я могу нашим парням купить? Винтовки купим, чтобы глаза не мозолили. Чтобы выбор был просто феноменальный среди оружия. Бромдель. Сейчас глянем, чем они крутые. Ты мог 4 какие-то. Да, бабло закончилось, я понимаю. Тут дофига всего просто. О, вот это надо было купить. Блин, а, все, 1000 стоит, давай покупаю, конечно. Так. Так, подожди. Не спеши. Целая куча какая-то, блин.
винтовок этих. Гальян Р, да? Да, неплохая. Что у Альфонса за МКР? Но он не может, он еще у нас не элитный. Рела элитная. А у нас Альфонс пока что только ветеран. До элитного далеко, он не может пользоваться этими РГ. Хотя вот это ему пригодилось бы. Гальян Р вообще обалденная штука. Ладно, все это, конечно, интересно. Но пошли на миссию. Дальше давать по голове противникам. Галлийцам, имперцам, всем раздадим люлей. Интересно только, как мы вообще-то тянем. Поехали. Откуда у нас столько продовольствия, там, не знаю, воды, еды, боезапас? Откуда все это берется? Отсюда мы можем влететь. Вполне можно. Опять же, знакомые карты. Все те же. Здесь мы вроде как Борджию эскортировали. Так, да. Риэла все еще не может быть задеплоена, понимаю. Сюда давай Эми, чтобы она быстренько пробежала. И Дейта, чтобы ее прикрыл. Поехали. Дейт будет танковать, а Эми будет пробегать. Все логично. Скорее всего, там куча техники будет, но мы, думаю, пробежим до базы, чтобы можно было сразу на нужных позициях захватывать лагеря вражеские. Ну, как-то так. Выдвигаемся, конечно. Так, нам надо на четвертую позицию и на третью. Еще противник переходит, да что ж такое-то? Всегда преимущество было на нашей стороне, но теперь наоборот. Так, на этой позиции, по идее, нам надо захватить четвертую базу, а на пятой позиции нам надо захватить базу переходную на третью. Тогда, мне кажется, будет нормально. Терпи, Эми, все нормально. А хотя, можешь ответку даже дать. Почему бы и нет? Так, нам, значит, надо ломиться в левый угол. Каким-то боком. Хотя там ничего такого серьезного нет, кроме ганнера. Но с ним, думаю, мы справимся. Тут в основном лансеры. Попадает еще, молодец. Блин, а сколько можно вызывать сюда парней? Хотя не, вызывайте, мне пофиг. Я все равно с этой территории сейчас уйду. Эми захватит базу в левом нижнем углу, и все. И мы пойдем отсюда. Так. Что теперь мы делаем? Во-первых, давайте осуществим вот этот замысел. Поехал. Да, комбат сьют. Удачи, парни. Блин, вот это херово пессимист. Меньше уклонений. Попадешь? Попробуй, хотя бы укрытие снизим. Чтобы не чувствовал себя так вальяжно. Так, и завали его. Удар, да что ж так хреново все. Так, давай вот так вот в защиту. Сейчас Эми подойдет. Беги! Беги, девочка! Так, пуск к уклонению, не чувствуется. Кстати, своего парня. Одиночество. Да тут Дейт стоит рядом с тобой. Какое нафиг одиночество? Все в порядке. Базу забрали. Все, теперь можно двигать к назначенной локации. Вот сюда. Так, нам надо заходить в вот эту вот базу, да?
Придется оббегать. Как я погляжу, тут у нас имка выйдет, естественно. Ибо тут у нас танк очень сочно повернут нам одним местом, как вы видите. Тихо, тихо, не спеши. Не делай поспешных выводов, все же хорошо. Тяжелый танк, да? Тогда понятно, почему ты ему даже движок не можешь ваншотнуть. Сейчас сделаем дело. Блин, похож он очень реально на Эдельвейс. С первой Valkyria Chronicles. Дизайн такой же. Приблизительно. Ну что поделать, воюем против своих же, по сути. Так, тут защита есть. Давайте тут продвигаться. Да-да-да, Кариса, поехали. Кот там видишь. Ганнера элитного. Давайте от него избавимся. Вот так вот. Прям в ноги ему. Пошел отсюда. Привет. Лансеры. Фрилансеры, блин. Сейчас двоих и вынесем вас. Хотя вряд ли двоих. Но одного точно зацепит. Бум! Не, обоих зацепило, отлично. Еще один выстрел, кстати, есть. Можно попытаться еще раз жарить, но слишком далеко. Вряд ли сюда кто-то прибежит и захватит нашу базу, хотя я проверю. Нет, никого тут нет. Поэтому двигаем вперед. Отличненько. Хотя сейчас будет просто большой эпик фейл, если кто-то прибежит на нашу основную базу и захватит ее. Вот отсюда вот. Из-за дворок каких-то там. Будет очень весело. Но я не думаю. Так, у них тут и техника есть. Хорошо. Не пропускать! Не пропускать! Хорошо. Нельзя его пропустить к нашей базе. А то это будет фейл. Да такое, что ни сказки не сказать, ни пером описать. Так, Дейт базу защитит. В принципе. Здесь имки ничего никто не сделает. Даже не попал. Слабак! Слабак! Ну, это вообще на базу уходит. Enemy reinforcements arrived. Вот зачем вы это делаете? Не делайте этого. Фу, прекратите вызывать подкрепление. Акака, фу, фу. Да что ж вы делаете? Сколько можно? Потому что недостаточно войск здесь. Более чем достаточно. Так, моя задача захватить две базы одновременно. Блин. Вот здесь будут проблемы. Возможно. Потому что пока туда пробьешься, это охренеешь, сколько времени пройдет. С пятой позиции быстрее, кстати. А нет, со второй быстро достаточно. Я что-то не туда посмотрел просто. Так. Давай сначала тут разберемся. По-мужски. Кстати, насчет мужчин. Курт, иди сюда. Надо разобраться с вот этим вот сукиным сыном. Что он тут делает? Что он о себя вообще возомнил? Тебя что, дома никто не ждет? Какого черта ты здесь делаешь? Тихо. Так, Курт, и ты, в принципе, можешь пойти захватить базы, но это слишком долго. Как сказать, слишком долго? Слишком далеко для тебя. Так, Кариса, иди сюда. Торгаш. Классный скилл. Во мне торгаш проснулся, да? Прикиньте так. Так, ты давай. Иди отсюда.
Отдохни, подирься, мы стоим себе пикник. Мы, кстати, можем базу захватить. Танки могут захватывать базу? Не, не умеют. Секунду. О! Кто это у нас так смачно стоит одним местом? Какой танк? Тяжелый, блин, не завалим. Ну хотя бы базу заберем. Кстати, привет. Что ты тут делаешь? Ну и сиди на обороне, по сути. Сейчас. Ну, парню гранатку закинем, чтобы он тут не наглел. Выходи, красавица. Поговорим. Так, сколько у нас CP осталось? 5. Надо тут походить. Даже не знаю, Куртам далеко достаточно бежать, поэтому Эми. Вот Эми, думаю, добежит за пару ходов. За пару тройку, наверное, ходов. Привет, ребята. Вам всем очень скучаю, как вы понимаете. Постоянно скучаю. Лови, подарок. Так, сколько у меня СП? 2. Ой, дарок команд. Просто потому, что я могу. Не спрашивайте, почему я это делаю. Поехали. Просто, чтобы он двигался дальше. И Эми поближе пододвинул. А также, чтобы Эми помогла ему завалить вот этого трупера. Отличненько. Ну и базу, чтобы мы забрали, естественно. Все взаимосвязано. Заходим. Ты с Эми зайдешь? Ля, вообще классно. Но все же... Не надо было с Эми заходить. Нам надо базу эту все-таки держать в обороне. Чтоб никакая тварь туда не прошла. Например, такая. Лансеры все еще могут двигаться далеко. Так, тут проблема устранена. Далее. Ох, етить. Имка, давай назад. Надо тебе и задача. Поубивай всех ублюдков здесь. Open fire! Так. Всех вас, гады, вынесем. Бум, шоколака! Неплохо. Танку, правда, слабенько урон нанесли. Сиди на обороне. Потому что базу могут захватить всякие негодяи. Ну все, пойди, следующим ходом мы все делаем. И миссия выполнена. Ну и закончим, естественно, серию на этом, а то 58 минут уже. Как я вижу. Пора бы заканчивать. Знаем, читали. Что еще умеешь, танчик? Ну, этот, конечно же, сейчас будет что-то делать, хотя глупо, че он все еще задницу свою подставляет. Я бы развернулся на его месте. А мне не больно. Не насрать. Вот это будет больнее даже. Лансером. Он еще в офис. А, это у нас... Я понял. Это у нас те парни, которые как раз-таки очень неплохо разбираются с живой силой противника, по идее. Ну а что-то я как-то разницы не заметил. Абсолютно не заметил разницы. Альфонсу, кстати, сейчас надо немного подкачаться. Поубивать пару ублюдков. Но пока противник абсолютно ничего такого серьезного мне не может противопоставить. Хотя, может, базу сейчас захватит. Если, конечно, этот разведчик там бежит.
Да, вполне может. Но он почему-то этого не делает. Странно. Вполне может добежать. Тем более элитным разведчиком. Че там бежать до базы моей? Глупый, глупый искусственный интеллект. Так, база 3 захвачена. Теперь нам надо... Давай, Курт. Чтоб приказы отдавать. Это, во-первых... А, во-вторых, просто, чтобы пройти. И сказать всем, мне насрать. Так, на телефонный звонок я отвечу немножко позже, как вы понимаете. Ибо я тут уже заканчиваю серию. И мне не до этого. Так, Курт, ты, в принципе, можешь даже добежать. А есть какие-то приказы, что тебя восполняет здоровье? О! Подхиляй! Request heal. Давай, сработает? Как-то немного. Но этого хватит, чтобы базу захватить. Потом Альфонсу дадим возможность подкачаться. А мне надо заканчивать серию. Как вы это прекрасно понимаете. Да-да-да, нужно еще поработать над этим, конечно же. Не можешь какие-то новые фразы придумать. Выполнена миссия. Параллельная, кстати, хочу заметить, миссии. Так. Ну и дальше у нас, конечно же, идет видеоролик. Новый враг. Вроде я вижу там Гусурга на картинке. Но это мы оставим на следующей серии. А пока что на этом все. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои добры, желательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся, как вы поняли, уже в следующей серии. Всем удачи и всем пока.